Как всегда, в темном углу тупого, с вами Спутчик, я приветствую свои дорогие подписчики. Это что такое сейчас было? Я даже не знаю, как это работает. О! Ничего себе! А, да, я же не могу просто так взять его и ударить там, да? А ну отсюда, ничего себе, он меня покусал пару раз. И все. Больно, он же кусается. Мне бы где-нибудь хпшку пополнить. Где-нибудь. Там какая-то трень есть, я видел тебя. Чтоб ты меня по дороге не сожрал на всякий случай. Кто просто вниз целился все это время, думал, что смогу его уничтожить. А оказывается нет, оказывается это так не работает, понятненько. Ну ничего, теперь это я все знаю. Как, да что, до свидания. Теперь у вас шансов против меня не будет. Так наверху ты еще легко уничтожить. Дыбовку легко уничтожить. А когда она снизу, это опасно. Да спрыгни ты вниз! Сколько можно в этом месте застревать? А, ты какого верх лешего ты вверх прыгаешь? Тебе вниз надо, тебя там сожрать хотят. Ты знаешь это вообще, нет? Или ты не понимаешь этого? В прошлый раз тебя здесь практически сожрали. Или тебе жизнь недорогая? Вот, спасибо. Я подумал, тоже совсем сдохнуть окончательно, как это делал. Надо будет пулемет прокачать. Ты, конечно, весел, но мне, походу, туда прыгать не надо было, да? А как тогда? Я могу пулемет прокачать? Не могу, потому что у меня кровавого металла нет. Когда так успел на меня замахнуться, ты пасть-то свою не раздевай. Как я ненавижу это место. Он просто не хочет здесь вниз прыгать. Ну, какой-то опять пиксель, наверное, есть. Не долетает. О! Как быть-то? О, надо же, получилось. Нет, я хочу обязательно сохраниться. Ну его нафиг, я и так очень здесь много хп потерял. Давай. Да что ж такое-то, ну чуть-чуть не допрыгнешь и все, тебе кранты, ты сдох сразу же, моментально просто. Ну ты сделал же все идеально, никто из врагов по мне не попал, всех сжег, все было хорошо. Нет, надо было мне не допрыгнуть. Да как так-то? Что-то я не понимаю, как туда прыгнуть. Сколько можно? Давай, прям сразу же начнем терять хпшки, потому что я, оказывается, слезть с него можно, когда ты до конца доползешь. Он автоматически с него слезает. Да хватит. То можно будет слезть.
Да, потом просто можно слезть. Ясно. Не так надо было пройти. Это специально сделали так, чтобы была подстава. И тогда ты только оказываешься здесь. Чтобы ты пару раз допрыгнул, думая, как сюда залезть, и подыхал. Спасибо, игра. Ну, здесь ничего такого трудного не было, так что я пока сохраняться не хочу. Надеюсь, здесь не будет сразу же босс. Может, получится даже сохранить. Да ни хрена у меня не получится сохранить, я уже почти чуть-чуть сдох. Сохранить я там что-то хотел. Ах, уже сранцы, один хп остался, сразу же меня сбросили, так как назад, они... Ну ладно, это легко, я хотя бы понял, как туда залезть можно, и теперь не потеряю просто так на ровном месте хпшки. Но огнемет вообще топовая вещь. Если еще сейчас ему как дамаг прокачать, еще круче будет. А на дальней дистанции, если что, у меня пулемет есть. Страшно. Я и так пройду, наверное. Ух ты, я как от меня назад-то отбросил. Да, еще и умудрился хп потерять, пока он меня там убивал. Надо. Ты смотри, как что делают, да? Как начинаешь идти, они сразу начинают тебя. Станьте от меня, сколько вас так много, и хрен избавишься-то, а? Все, валите. Где мой чекпоинт? Не понял. Нет! Нет! Только не вы! Еще и двое! Я говорил, что это было легко! Ни хрена! Мне кое-что интересно. Когда они близко подлетают, а так... Вообще было, оказывается, легко момент этот пройти, если только на этих жуков внимания не обращать и спокойно это пройти здесь. Кто ж знал-то, а? Да? Что здесь так легко будет. Ух, как я хорошо, ты еще кровавый металл выпал. Хорошо. Прям идеальный купил. Надо же, не ожидал, что так хорошо все получится. Только надо было собраться, не паниковать. И всех их уничтожить. И все замечательно получилось. Так, что у нас дальше? Получен феромон улья. Не знаю, что это такое. Еще один кровавый металл. Вот здесь я уже хочу сохраниться. После такого я чуть какого-нибудь дерьма не выдержу. Так, улучшить. Что у нас тут есть? Только три. Призрак ада может быть улучшить. Что у него будет? Повышенная сила. Да, давай, ты мне пока больше всего понравился. Ты как... Очень хорошая работа себя показываешь.
Ну здравствуй. Ну и ну, Тирион. Знаменитый отпрыск вероломного короля Врола, ты вернулся? А вот я тебя не знаю, жаба. Жаба, да как ты смеешь? Я благословенное создание, источник драгоценной жизни. Сейчас ты в этом убедишься, готовься к страданию. Ты бредишь, тебе пора сдохнуть. Нахе, тварь! А! Вообще яичный пост, при том, что я свой пулемет улучшил. Теперь тебя покрывает жабья слизь. Это ерунда липкая, как клей. Фу, я же ненавижу эту тулей. Или уже? Да, давай сними. Эмбрион у меня появился. Что это такое? Запускает взрывающиеся ядовитые взрывы. Сфера. Не знаю, давай попробуем. Если не понравится, то ладно. Ну, такое себе. Какашками какими-то стрелять, которыми они в меня все это время стрелялись. Я не люблю такого. Типа что-то ручного гранатомета. Опа, эта тревога понеслась, смотрите-ка. После босса, да, с боссом я определенно больше сражаться не хочу, хоть он и был легким. Нет, изменить мне это оружие совершенно не понравилось. Где мой вообще огонь? Вот это да, вот это я люблю. У меня оно очень хорошо выручало. Стражи Вальфариса сражаются с обитателями Улья. Похоже, мы все здесь враги друг друга. Я проанализировала план стражи и прорваться в большой зал, расположенный впереди. А, похоже, они пытались прорваться в большой зал, расположенный впереди. Там слишком много сигналов, так что я не могу определить, что находится в этом зале. Есть один верный способ выяснить это, действительно. Они... Ты сразу не знает. Блин, они постоянно здесь резко, да? Сражаться. Ну вас нахер. Мне придется после прорываться. Как раз еще немножко. Оно дошло. Я себе вижу, что жабы сильнее, чем они. Ну-ка. Ух ты! Вот это надо сделать. А ну иди сюда, теряй. Вот, получится намули. Ну-ка, там ничего нету. Нет, нет. Я готов идти дальше. Как вы думаете, сохранится? Нет? Не, пока не буду. Я не знаю, правда, что меня там ждет. Ух, что это такое? Не знаю, что это, не показано. Хочу руки какие-то. Меня атакуют, но я их с огнемета не обожарю. Святой огонь инквизиции очистит все в этом зале! О, как раз хорошо, что я не сохранялся. Смотри, покойник до сюда дошел и не было никаких проблем по дороге. Смогу я волчий огонь улучшить? Нет, не смогу, потому что у меня кристаллов нет, я его потратил. А ты еще кто? Это королева Улья. Уничтожь ее, и Улей придет. Ее Улью придет конец. Ну и уродина, да я убью ее с превеликим удовольствием. Я уже сразу же до босса выходить сказал, дошел. Ты тоже это почувствовал? На нахрен, ничего себе! Это что еще за терминатор? На дредноута похож. Докладывает ЕМ-02, повелитель королевы Улья уничтожена. Превосходно, это пакость, ее мерзкие отпрыски слишком долго оскверняли мой прекрасный Вальфарис. Что ж, теперь возвращайся. Тревога, обнаружена новая угроза, это защитник Вальфариса, сын Вролла. Сын Врола? Тирион? Чудесно! Я бы с удовольствием остался и поболтал, но меня ждут дела. Мех-истребитель, разберись с моим гостем.
Слушаюсь, повелитель. Ну, сейчас посмотрим, кто с кем разберется. Ух ты, как он хорошо меня убивает. О, это что такое за дерьмо еще? Так, понятно, к нему лучше не подходить в эти моменты. А больно-то, больно! Все, у меня кончилось все. Отходи, отходи, отходи. Ну ладно, я поначалу просто немножко зафейлил. Я не знал, что как он будет действовать. Сейчас все будет хорошо. Смотри. Просто надо на него запрыгнуть. Еще себе он не снял. Ух ты. Добил меня. Ну ладно, ладно, я с ним тоже разобрался, я посмотрел, что будет с ним, если придут ты куда идти. Лучше к нему особо, в принципе, тоже не подходить. Ты смотри, что творит, да? Ух ты, как больно, когда к нему структура подходит. Ничего себе, он тебе так научился делать. Уже все хп мне снял, а засранец такой. На, я тебя тоже уничтожил. Жене ядра неизбежно. Ну ладно, он не достал меня, я его пулемета натогнал. Ржавей с миром, железяка. Тот, кому докладывает механоид, знает, что ты здесь. Отряды стражей Валфариса направляются к этому залу. Убирайся оттуда как можно скорее. Ну, максимальное число идут увеличено, замечательно. Ох, я могу себе, смотрите-ка. Давай, конечно же, я хочу засунуть. А я могу в такое сесть? Я обошла защиту этого механоида, он в твоем распоряжении. О, похоже, я теперь утолю свою жажду крови. А у меня чекпоинт-то будет, я бы не хотел с ним снова сражаться. Я хорошее количество хп потерял. Пора зажигать. Ничего себе. А у меня какой-нибудь щит там есть? Надо свои способности посмотреть. А, нет, вот, все. Они, конечно, мне немножко хп сносят, но это совсем чуть-чуть. Что я с ними делаю? Огнемет — жесткая штука. Для всех моих противников. Да, вот этот маленький робот — это еще те засранцы. Опа, чуть не проморгал, смотри-ка. Здесь не очень удобно, то, что надо разворачиваться. Ядро взорвется, выбирайся оттуда. Я иду уже. Че все терминатор какой, а? Там меня все-то загоняет. Ко мне насрать.
Прорвали, смотри-ка. С первого раза. Эти убежали в ужасе. Тирион, ты меня слышишь? Ответь, ты ранен? Все в порядке, на мне не царапины. Где это я? Это место мне знакомо. Это энергоблоки. Здесь извлекали и хранили энергию, соль, море ближайшего солнца. Согласно базе данных, весь технический процесс энергоблоков был разработан двумя астротехниками. Насколько я могу сказать, они до сих пор где-то там. Если мне удастся их найти, возможно, они подскажут, где искать отца. Даже музончик изменился. Ну что, сейчас... Да, пойдем найдем его. Пришло время ему заплатить за все. Это что еще за хрень? Смотри, ее так просто не убить. С ней придется попотеть. Да, если не спадаешь, избивают они сразу же дохнешь. Ну, защита как изменился в крутую сторону, то, а? Чувствуется. На, держи, включай. Где ты там? Я тебя отсюда убью. А, его отсюда нельзя убить. Ха-ха, он-то у меня может, а я его нет. Нечестно. Нет! Я еще раз умер от этого электрошока. Да как так? Я же должен был нормально себя делать, а получилось как всегда. Еще не взрывается. А, пошел отсюда на. Задолбал. Что мы устанавливали здесь ловушек? Постойте-ка, а куда дальше? А то я думаю, где эта фигнюшка находится? Почему ее не видно? А эти аппараты, да, их можно уничтожать. Хорошо, очень хорошо, а то мало ли нельзя было, это было бы обидно. Ну пока здесь ничего такого трудного нету, блокирует огневой бой за миг на получение оружия противника, но это я уже знаю. Тебе пофигу что ли? Какой он жесткий, я ненавижу его. Почему я должен пользоваться контр-атакой? Я это в Dark Souls мне еще не... Ой, ты, Dark Souls. О чем это я? В Dark Souls я ненавидел делать. Я всю игру без контр-атаки там прошел. А тут меня прям вынуждают. Говорят, нет, у меня ближний бой не работает. Ты вот так, как хочешь. Нам насрать, что ты не умеешь этим пользоваться. Учи. Пол хп золотой стол снесли. Это очень хорошо. Наверное. В прошлый раз большое сердечко выпало, а вот. Так, слушай, у нас тут с тобой незаконченный разговор. Подсохни, дверь, кровавый кристалл аж не ударит. Где моя килка? Я не хочу больше сражаться с этим уродом. Я ненавижу с ними сражаться, мне с ними плохо сражаться. О, как удобно поднимать эти штуки. Пешку дали, оружие еще дали, спасибо. Что это такое? Порождение хаоса! Выпускает плазменный луч, наводящийся на цель. Может распределяться на несколько целей. Попробуем. Это что-то типа, не знаю, посмотрим, как это работает. Так, давай-ка сохранимся, я не уверен, что я справлюсь еще раз. Как эта штука действует?
будет очень хорошо. Мне нравится. Как что-то новое, очень даже эффективное. Ну что теперь, меня теперь еще и убить собрались электричеством. Не надо этого делать, пожалуйста. Чуть жопку себе не подпалил. Это было совсем близко. Есть разница, в какую сторону я пойду? Походу не особо. Что такое? Идол возрождения. Тебе предстоит открыть массивные двери снизу, чтобы получить доступ к шахте. Но эта задача не из легких. Думаю, уж с двумя дверями я справлюсь. Двери защищены двумя разными источниками энергии. Они находятся в противоположных концах этой зоны. Выбор за тобой, направо или налево? Без разницы. Замечательно, он не запрыгнул наверх. А, понятно, он не запрыгнет наверх. Ой, их можно так уничтожать. Надо было сразу это сделать, что-то мне не сказали-то. Нет! Это опасно. Я его заберу по-любому. Мне он по-любому нужен. В ближнем бою они уничтожаются. Это хорошо. Я же прыгнул. Как у меня в прошлый раз так хорошо получилось пройти. Я забыл, что с этих платформ спрыгивать можно было. Здесь одновременно стрелять вниз и спрыгивать с платформы на одну и ту же кнопку. Подипьте в жопу. Ух, я его убил. Лохануться бы здесь где-нибудь, если честно. У меня другое оружие стоит. Не то, что мне нужно было. Я даже не знаю, как стоит вообще. Да, по-моему, здесь стоит. Я слишком жестко здесь пережил. И я еще не уверен, что там есть дальше. Там не какой-нибудь урод еще. Будет.
Я пока здесь на самом деле... Нет. Здесь есть жесткие вещи. Хотя, если честно, ничего пока прям совсем адского сложного не вижу. Все пока хорошо идет. А ну отстань. Наверное. Можно было не сохраняться. Хотя хпшек у меня совсем уже нет. Слушай, сразу уничтожить, чтобы потом проблем меньше было. Хотя здесь и так плюс дают. Ничего себе, какой ты дерзкий. Так зажарился. С помощью луча. Опа. Ох, тебя-то мне не хватало. О, ты даже так умеешь. Ух. Контрудар был проведен. Имели чекпоинт, Алик. Спасибо. Не, я бы не прошел бы с теми хпшками, которые у меня были. Я бы еще заново все это проходил. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. Пока.